Приближаются новогодние праздники. Все подарки куплены, все желания придуманы. А какая погода будет радовать нас в канун Нового года, мы узнаем у жителей областного центра. Четверг, 30 декабря в Магадане значительно облачно. Температура воздуха ночью то минус 30 градусов мороза, днем 22 градуса мороза. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный. До 4 метров в секунду. Пятница, 31 декабря, в Магадане значительная облачность. Температура воздуха ночью до минус 24 градусов мороза, днем до 18 градусов мороза. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Суббота, 1 января, в Магадане облачно. Температура воздуха ночью до минус 20 градусов, днем до 14 градусов мороза. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северно-восточный до 4 метров в секунду. В воскресенье, 2 января, в Магадане облачно. Температура воздуха ночью до минус 22 градусов. Днем до минус 13 градусов мороза. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Спасибо вам большое.